Стоит ли сейчас брать ипотеку или кредит? Буквально через минуту совет нашего федерального эксперта на эту тему. Потому что Центробанк сегодня поднял ключевую ставку до 16% годовых. Еще 4 месяца назад показатель был почти в 2 раза ниже – 8,5%. Эксперты уверяют, очередное повышение ставки было ожидаемо, так как в стране высокая инфляция, а такая мера должна поддержать российский рубль. К чему это приведет? По словам экономистов, изменение может ограничить рост цен на товары и услуги, что поможет контролировать уровень инфляции. Дешевле могут стать импортные товары. А вот желающим взять кредиты, в том числе ипотечные, стоит задуматься и подождать более низких банковских ставок. С точки зрения ипотечных кредитов, да, в большей степени это, конечно. Но больше пострадали те люди, которые еще используют дополнительные заемные средства в качестве первоначального взноса. Это как потребительский кредит и так далее. То есть, скорее всего, для этих людей вообще эта история станет невыгодной. Сейчас хорошее время для того, чтобы свои денежные средства и сбережения как-то копить, вкладывать, накапливать. То есть сейчас немножко замедлится такая быстрая скорость траты денег.